Всем доброе утро. Надеюсь, вчерашний сторис никого не смутил. А я давно спешу сообщить вам, рассказать вам более подробнее о том проекте, который у нас сейчас запущен. Это, в принципе, можно сказать, некоммерческий проект. Это наша личная весенняя движуха, которой мы хотим заразить все свое окружение. Это проект «Нет предела совершенству», и где каждый день мы вводим себе какую-то новую, интереснейшую привычку, которая будет менять нашу жизнь к лучшему. И вот на сегодняшний момент три задания уже было. Включиться может каждый в любой момент, то есть прямо сегодня можете включаться, пишите мне, я вас включу. Это ни к чему не обязывает, но дает много-много полезностей. И вот даже первые задания, они такие прикольные, что мы начинаем получать результаты, наша жизнь начинает уже меняться, и многие из вас обратили внимание, что задание заданием, но нужно продолжать это делать каждый день. Я сейчас вам хочу познакомить немножечко с заданиями в чате. Чатик наш находится ВКонтакте, и вот смотрите. Первое задание. Мы учились любить людей. На самом деле старались улыбаться в течение всего дня. И эту привычку я стараюсь пронести дальше. Я, в принципе, всегда старалась улыбаться, но сейчас это более, может быть, осознанно даже, да? Потом у нас было отчеты. Второй день был связан с гимнастикой для лица. Тут по ссылочке несколько упражнений, и на самом деле они очень простые, но эффективные, будем продолжать делать их. И сегодня, на сегодня мы учились делать плиссе, то есть те, кто мечтал о балете, вам будет это интересно, да, что утром вместо зарядочки можно немножко потанцевать, поприседать именно в плиссе. Вот такие вот задания, и впереди еще их очень много, потому что сам проект насчитывает 50 заданий, поэтому быстрее включайтесь, чтобы как можно больше хороших таких привычек, меняющих вашу жизнь, появилось в вашей жизни.